Все, перебегайте в звезду. Сейчас будет 6 мобов. Их сначала не уешьте, там 2 напольщика только всего. Дайте время набрать акро. Дотки навешать и дать АОЕшку. Извиняюсь, отходи. Ой. Топ сдох. Станом, если что, сбивается вертушка, так что можете прописать стан там. Не затеяли его, так сказать. Все, возвращаемся в центр. А чё нахуй там по луту, блять? Я лут не ставил, нихуя. Куда я поставил? Что, почилить хочешь? Кто, я? Ну да. А где? На дракончиках, что ли? На Синдре. Ну даже не знаю, как там по агро будет. В принципе, 2 на пулы есть, там не должно быть проблем. Да, блять, хуй знает. Не хочу, не надо. Если был бы я не ДК. Сейчас большие еще, вернитесь в центр, вон большие. У тебя ДК танк чисто? Ну пока что. Хочу ДДшника собрать. Я ДДшником, блядь, раз в год, наверное, играю. Тысячу лет, ты не шпилил. Ну сначала собрать надо. Где-то, наверное, какие-то раритетные видосы были. У меня до этого еще канал другой был, который с 15 по 17 год. Там были видосы, где анхоликом играл. Я даже 19 тысяч на сурке давал на циркуле. Ну это немного считается, но нихуево, типа. Некоторые там 20-ку давали. Но больше я не видел. Вот фросты давали 24-25. БДК давали 25. Че вы все в крест ходите? Ой, в звезду. А че, кстати, жуки вышли большие? Кто мне скажет? С того, что челики АФК были, наверное. Может быть. Резайте, сейчас эти жуки умрут, еще маленькие выйдут. После маленьких резаем 4 людей. Я понял, нахуй. Фарм боешек, значит. Резайте 4. Не двоих, 4, всех резайте. Ну прием. Вы тут вообще? Жейболт, резайте кто-нибудь. Все, бафайтесь. А че вы? Так, сейчас что, блядь, будет? Мелкие и опять 6 мобов. Угу, походу. Параша ебаная, блядь. Если мелких добьете, идите в звезду. Когда 6 мобов больших убиваем, возвращайтесь в центр и ждем жуков. Никуда не бегайте за круг, никуда не выбегайте. Сори, что? Я первый раз вижу, нахуй, чтобы перезапустился ивент. Говорят, это обычно какой-то маленький жук эвейдится. Это обычно его эвейдят, а он не эвейдится. А, ну... Здесь какой-нибудь чел с инвизом или просто с хуйней, типа с ванишем кем-нибудь, или там уходом в тень ночного это эльфовским. Если он заэвейдит, то они снова будут бежать. А чё вы тут стоите, мне скажите, в 6 вихрях? Ну а киса, хокмастер, зачем? Пиздец. Храбрецы. Бессмертные.
Вы же не танки, ребята. Ну, дотку обновить, так, ну, раньше обновляй. Возвращаемся в центр. Со звезды уйдите все и вернитесь в центр. Мелких сейчас зальем. Ну, отдайте сюда его. Есть эти двух людей. Пока не вышли жуки следующие. Мелкие и большие сейчас. Все, еще пару мелких и все. Знаете, видос был на ютубе, ну в смысле есть, называется «Автошкола». Там мужик, короче, учит водить, типа нахуй. Он говорит, зеленый, сука, первую давай, блять, вторую, сцепление выжми, газку, блять, ебаный эстонец, я тебя научу сейчас кататься, блять. И вот все в этом духе, короче, нахуй. Ну вот он ему объясняет, ну в начале там видос, ну где-то минуту идет реально прям быстро. Он ему объясняет, говорит, блядь, сейчас светофор, говорит, сейчас пиздец тебе будет вообще нахуй, блядь. В этом плане. Это вообще хохма. А в конце он такой говорит, ебать. Это, сейчас патруль будет, давай правое пиво возьму нахуй, блядь. Такой тип вообще в очках еще, блядь, уматный вообще пиздец. Я, короче, как-то раз на профи вайпались. Ну а там зеленый выбирает людей ПКД и откидывает. И они в разные стороны разлетаются. Он выбирает одного челика и убивает его. К нему сбегаются там 2-3 тела, все сдыхают. И они падают нахуй. И я вот эту хуйню записываю, короче. И накладываю этого типа, который кричит, зеленый, сука. Не знаю, где-то есть это, нет. Прикольно, наверное, посмотреть. По-моему, это не подписанное, блядь. Не знаю, сейчас хуй найдешь там столько видосов, блядь. Прикольно, мелкие вышли еще раз. Чё, блядь? Да ёлки. Там еще идут, да. А чё за хуйня? Там кто-то завис или что? Ясно, нахуй. Похуй на эту хуйню, пускай чё хочет идет, блядь. Похуй вообще. Чё за хуйня, нахуй, а? Подушка троллит. Ты холидринг? Ты холидринг сдох? Как это она троллит? Сбили с этого. Сбили. С лошади. С коня сбили, ебать, понятно. И потом вместе с конем и сбили. И вот так не проскочил, да, как я сейчас проскочил? Не смог. Смотрите там, готовьте мне зубы, хуёбы, всю хуйню. У кого сколько FPS? Ну, мало. 35. Ёпта, я не там бегу здесь, блядь. Поцелка и то лагает. Из-за вашего трешка. Сзади опять вышел. Пиздец, это залупа все КД будет выходить. Я думаю, сейчас Синдер спустится, когда нормально. И трэш опять пойдет, да? Говорит, подушка троллит. Короче, каждый вайп на Синдре приближает меня к состоянию, что я не хочу идти куда-то после рейда. Так что, будьте осторожны, не вайпайтесь. Старайтесь. Да.
Славе же надо отдыхать. Как раз пойдет после рейда отдыхать. Ой, не знаю, зачем мне зыбку дал. Даст дыхание в незыбке. Вот дал. Маме. Ну что-то никого не ебанул. Там большие мобы идут. Не оборачивайтесь. Обернитесь и словите мобов, пожалуйста. Кто-нибудь. Ловлю игрой, блядь. Ловлю мобов. Ну я не знаю, ну, походу вайп придется делать. Давай еще убьем этих мобов. Блять, вы. Сука. Нахуй вы разбредаетесь, блядь. Падайте, хули. Да я не буду падать. Они не исчезнут? Или исчезнут? Не знаю. Вы дайте время набрать агро. Алло, блять, вы понимаете что-нибудь в этой жизни вообще или нет, нахуй? Не хуярьте как бешеные, блять. Дайте ебаное агро набрать. Че вы, блять? Просто отбегите в сторону танка и все. Сейчас мы этих пидоров приструним, блядь. Они еще чаржатся, как уёбки, блядь. Встаньте в одну точку. Не разбегайтесь, не стойте, где попало. Они, видите, чаржатся в случайную цель. Остальные вы хули лежите, вот мне интересно. Телепорт на Синду открыт. Покинуть тело и зайти в инс, блядь. Че вы, блядь? Нет. Еще не открыт. Еще не открыт. Тури? Ну, дракона надо Синдру опустить. Синдру надо опустить? Сейчас опустим. Конечно. Сейчас мы ее, блядь, опустим, нахуй. Хребтохруста везду, короче. Ёбаный. Хули у него такой агрорадиус маленький. Здесь бьем, не там в комнате, а здесь за колонной я буду бить. Пацаны, получается, отправились по ЦЛК бежать, нахуй. Да, сука. Экскурсия ЦЛК. Живиболт, рассказываем там экскурсию, нахуй. Вот слева это чумка, да? Вот это валька летит. Ее нельзя агрить. Вот я за столб забегаю. Видите, какой гайд? Ладно, придется вот так поставить. Вроде мобов больше не бежит, я смотрю. Можно было бы так Синдру забагать, да? Поставил за столб, нахуй, она не дышит нихуя. Просто автоатакой бьет. И первые 10 раев все бы дохли из-за того, что не могут от притяжки убежать. Потому что новое место поставили. А если бы она ее не давала, эту притяжку? Сейчас сбегаемся в Шектора, в звезду захиливаемся. Себя захиливаем. Тел бессмертных. Бля. На лифте умер. Тотемы петов убираем там. Вот тотемы, блядь, видишь? Ага, и Синдра всех убила просто. Так. Так, история, где ты? На те сопротов. Покидая людям в обмен. А чё не открылся портал? Чё, не открылся? Нет. Суманите, мы короче. Суманём это. Кирос. Кружок на историю поставил, у него сопроты берите все. Это, сука. Тыкаем на хуйню на сумон. Рыбу поставил. Короче, минутку отойду. Так, что там? Тактика на босса, блядь. Слушаем внимательно, блядь. Первое, не сдыхать на притяжке. Второе, когда ставите 5 глыб вниз. Глыбы — это синяя метка над головой. Как в РС-ке было на Савиане, только не красная, а синяя.
Метки ставятся вниз ступенек. Рейндж между метками 12 метров. Люди должны находиться от меток тоже 12 метров. Если не уверены, находитесь дальше 15 метров. Если будете ближе 12 метров находиться, будет глыба лишняя. Нам не нужна глыба лишняя, нам нужно бить босса. Поэтому глыбы подбивать до 20% хп. Когда вы стоите за глыбами, вы прячетесь от синих кружков, которые кидает босс. Их читает 4 штуки бомбы кидает босс на пол. В разные точки комнаты. И нужно прятаться от них за глыбой. И последнее. На второй фазе, после 35% босса, вы ставите все склепы, синие метки над головой людей. Вы ставите звезду. Не право, не лево, а звезду. Когда надо будет право-лево, я скажу. Рейд стоит в кружке всегда. За каждой из глыб вы должны сначала скинуть стаки, потом уже выходить, можете обновлять доты. Похуй там, даже если у вас доты спадут, сначала скидываете стаки, потом выходите, обновляете доты. Все, эту хуйню запомнили. Теперь, ладно, похуй. БР есть, СС и потом. На пул, на войд, на чек, на пул. Будьте дохнуть. Кстати, у меня СС, у меня пин будет немного. Геншин. Давай некромантика по Геншину СС. А Валкарска 100 СС оставь просто так пока что. Принимайте готовность, водикон. Эктор, забери Фрост Ауру, я заберу воздаяние. Ой, это... Ну ты понял. Ты давай кинотпрыгивалку поставь. Водикон и Бен Стиллер. Бен Стиллер, сука, это же тот тип, который в ночь в музее играл, блядь. Ну да. Оттуда. И знакомство с факерами. Вот эту факеров я не смотрел, а вот ночь в музее смотрел. Ебать, лютый фильм, нахуй. Ну прям такой, знаешь, душевный, блядь. Вадикон, ты тут? Стиллер ровный тип в натуре, бля. Ой, бля, Вадикона нету, сука. Что там на сервере Сируса? Если Вадикон подойдет, скажете. На сервере Сируса список изменений. Я заложу, меня ждете? А? Все, ты подошел. Да, тебя ждали. Все, иду запускать. Вот я примерно так сейчас стал танчить, что вот звездочка типа здесь, а я ловлю вот здесь, вот типа. Немножко дальше, чтобы босс был. Не знаю, великом удобно, нет, но сейчас убьем, скажут. На, тут приличное расстояние, даже на глаз видно. Чтобы побить. Скоро притяжка будет, вставайте поближе к боссу, готовьтесь. Притяжку ждите каждую секунду, блядь. Вы должны быть к ней готовы. Смотрите, чтобы у вас там не забагалось ничего, муха в глаз не попала и так далее. Готовимся, притяжка. Готовимся. 4, 3, 2, 1. Отбегаем. Ну вот, нахуй. Давайте. Забрось фридом, холидринг. Пускайте синие метки вниз друг с другом рейндж. Вы спустились. Синяя метка, прист. Заморозился весь. Да. Я понял. Зайди просто подъебало, Синдре, сразу, блядь, сдохни, чтобы больше такого да, не было. Да, круто в натуре. Да, охуенно. Триплёха, братан. Хуёво, да, у тебя, ну... Да хули, да, лучше ему подъебало зайти, блядь. Потом как-нибудь научишься в другой раз. Сегодня ты вагон. Ты заморозил весь рейд, ты на себе синюю метку не видел? Есть такая хуйня, называется правый верхний угол. Видишь, там карта такая круглая есть, видишь, нашел? Тонометр, есть такая хуйня, давление мерит. Угу. Сейчас, походу, мне надо будет давление смерить, блядь. Да. Триплёха, ты хоть что-то напиши, блядь. Ты тут там реагируй как-то, блядь. Да, вижу, нет, не вижу, нихуя. Там что-нибудь напиши, блядь, я хуй знаю. И вообще, блядь, врубил бы микрофон, мы бы хоть поржали, блядь. Да, вижу. Ну вот, смотри, там, блядь, есть всякая хуйня. Знак Орды, блядь. Холод трона, вип, хуип, вот эта вся хуйня. Там будет появляться дебаф, нахуй, ледяная метка.
Сейчас, короче, ты сдохнешь, нахуй, ну, на следующий раз, если вообще хочешь рейдить, прочитай тактику, там, вместо первых уроков, там, блядь, где-нибудь в интернете, прочитай тактику, все. На ЦЛК, блядь. Ну, чё знаешь, чё не знаешь, вот это вот ЛКшное прочитай. Еще есть этот, как он называется, да похуй на випку. Есть этот, блядь, а хули, на туре на Синдур нет портала, блядь. Потому что, походу, ивент. На ивент заявили, да, его нет. Говно ебаное, блядь. А кто ивейдил, нахуй? Кто такой умный, нахуй? Или это случайно вышло? Я видел подушку. Как на Ване жало. Короче, подушка, тебя спалили, блядь. С тебя теперь фотка в диск. Я сказала, что это я. Все, фотка в диск, ноль проблем. Все понятно. Так она и второй раз заивейдила после того, как я сказал. Я видел, как она на тапках сюда хуярила. Подушка. Нет, я заивейдила, когда была... Прям вот в кучке. Это все понятно, но зубы-то не заговариваем, короче. Давай, с тебя фотка, короче, в дис пацанам. Ну, какая-нибудь там. Не обязательно неприличная. Вот, и мы тогда тебя прощаем. Ты согласна? Не, это жир. Да какой жир? Ну, жира не надо там на фото. Лицо с фотой. Войду срок. В смысле, что, подушки 18 нету? Ага, мне скоро 26. Ну вот, так в чем дело? Что ты еще будешь стесняться? Слава, блядь, аккуратно, нахуй. Пятак дадут, блядь, за совращение. Кто? Никто не даст. Доблестная полиция. Не, нет, как срочно говорить себе срок, нахуй. Срок, блядь. Какое еще совращение, блядь? Фотку попросил. Какую-нибудь там, новогоднюю, не знаю. Че ты, блядь, фотку с 1 сентября просишь? Да какое 1 сентября? С роддома. Какую-нибудь обычную там. Есть же, ну, сейчас же эти есть, как они называются, сети вот эти все, ВКонтакте, там всякая вот эта хуйня. Там же люди, а че бой на вас висит? Вы Альку сагали? А, я понял. Потому что эти... Не трэш ведут. То есть ты не запрашивал, да, братан? Чё за прошло? Ребята, запрошу? Вы что, через центр пошли? Нахуй вы пошли там вообще, я не понимаю. Вот, ну... Ой, бля... Пизда. Это не рейд, а пиздец просто. Не идите никуда, блядь. Вас суманут, блядь. Подушка, ну всё. Это залёт. Это залёт. Представь, если бы ты релила этот рейд, что бы тебе пришлось делать? Ну, подушка, это пироги, блядь, на OnlyFans. Да. Ну, сейчас-то, может, и не ты сагрила, но зачем было ивейдить ивент? Не бегите никто никуда, это, мы вас сумнем. Мы стоим у Синдри со шкафом. Тыкайте на сумон. Прикинь, во время трая на Синдре пойдут мобы, нахуй. Те еще, которые вертушки крутят, нахуй. Ну да, быстренько всех покрутят. Блять. Треплеха, братан, короче. Значит, тогда точно надо давать диван. Значит, на тебя тактика такая. Ты, короче, сейчас подойдешь ко мне, подъебало. К боссу, нахуй, и сдохнешь, блядь. И будешь смотреть, что делают люди, блядь. А, и сопроты выпейте, блядь. Шалфиру давали обмен? Ой, там, блядь, как он называется? Хистории. Я еще сопрот выпью. Чек на пул. Эйя и Жиболт. Вы тут? Жуй болт. Бля, ну и ник. Там на циркуле таких ников я видел, там вообще пиздец. Погоди, а ник Жуй болт? Ну да. Он вылетел, блядь. Жуй болт, тебя ждать, нет? Ну-ка. Может, что написал? Свет минул, это уже база. Пусть знает. Че ты ждешь, Жуй болт? Скинуть. Сосик на меня. Жестко, не, ну креативный парень.
Блять, он в Дисе, нет? Жуйболт, ты тут? Ну, он вылетел. Сейчас кто-то вылетел, он, наверное. Все, похуй, пошли запускать, короче. Ну, там Талик, по сути. Да, там пресса на замене есть, берите чемпиона. Блять, в натуре, хорошая идея. Ну, уже с босса запустил. Уярим. Пиздец, блять, отошел, нахуй, уже босса бьет. Ну да. Ну, без жи болта начал. Притяжка скоро будет там, готовьтесь. Давакин, блять, отпрыгивал куюза и все. Только вовремя. Не сразу. Этот, а чё, Ромбик, трилёха, триплёха, ты сдохнуть-то не хочешь? Ёбаный в рот, блядь. Он ещё и не сдохнул. Молитесь. Это, выбеги сюда на центр. Всё, нету его. Нету? А где он делся? Ну, в смысле, нету его в метках. Ну, это понятно. Но всё равно сдохнуть надо, блядь, сейчас. Выбеги, сдохни, триплёха, эти бомбы слови, выбеги за метки. Мы все прячемся, остальные. Во, не хильте. Сука, не хильте его, алло, блядь. Ну чё вы его хилите? Не хильте. Блядь, смотри, доты висят, хоты висят. Сейчас, блядь, пацан до фула пройдет босса, блядь. Не хильте, сука. Сейчас четвертая, последняя бомба падает. Он тучу нажал, блядь. Хорош, блядь. Он выжил, блядь. Стой под... Хочет жить. Стой под ебалом босса. Ещё кто-то себя кинул, нахуй. Стань сюда под ебалом босса, сюда ко мне подойди. Сейчас она отдохнет, и ты подохнешь. Кто-то там БР дал, что ли? Не давайте БР, вы чё, блядь? Это у друида, наверное, в хилботе тыкается, да? Все, играем спокойно, блядь. Ебать. Ты, Плёха, наблюдай просто со стороны, блядь. Тяжко скоро будет, готовимся. После дыхания. Готовимся. Оббегаем. Да ну нахуй. Ностальгия, ресы, биг демо. Ну что там, ностальгия, ресит, нет? Ну быстрее ресы его, ну. Глыбы же бить еще надо. Ну прием. Ностальгия. Блять, он, наверное, не слушает нас, нихуя. Напишите ему, пока глыбы ставят. Кто в глыбы стоит, напишите ностальгии, блядь, чтобы биг демо резнул после глыб. Он в глыбе стоит. А, ёбаный рот, нахуй. А рис, походу. Ясно. Так, ну сейчас я после. Бля, я отключался чуть-чуть. Моя... Ну это как... охуенно. На таких боссах, да? Как Синдра Лич, не отключайся никогда, пожалуйста. Потому да, что... да, 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 сорян, пожалуйста, биг демо, да, биг демо резнуть надо. Ну, уже резнули его. Не отключайся на таких боссах. Ну... Да я не то, что отключился, я отвлекся, все, я понял, хорошо. Ну, тут просто можно вайпануться, видишь, сам знаешь, весь рейд заморозишь и все. Глыбы резче и все, и босса бьем. А что там, жи... А, жи был же еще, да. Биг демон все бафнули, надеюсь. Каски, лапу, пристаба, блять, все, кулак есть, да? Да нету нихуя. Вот горн тебе дал, хотя бы так, блять. Живи, блять. Не надо, кулак на тебе есть. Притяжка скоро будет, пока. Готовимся. Притяжка, ну, бля. Походу третья взлетка, походу, будет. А вот тебе еще этот самый. Может, удобнее будет, стрим включил в Диси. Как он называется это? Ой, блядь, Леха, или как если тебя Леха зовут, хуй знает. Дай фридом еще разок. С метки вниз спускаемся. Синие, видишь, над головой у людей метки. Они между собой раньше набирают и выходят из рейда. Вот. Если этого не делать, будет вайп.
Вот говно синее падает, все спрятались. Вот Хэлла не спрятался. По центру. Честно говоря, было вообще непонятно, куда она падает. Ну да. Справа далеко. Это третья. И четвертая падает, готовимся. По центру падает. Глыбы разбиваем, фул ДПС. Захильтесь только. Бидон, ставь тотем, рви стиннер по бидону. Геншин, давай на ману. Вадикон иннер по Геншину. Мэтт Фокс еще по бидону, добавь иннер. Первую глыбу звезду и сразу разбить. Раз, два. Звезду, ревист, сразу разбить. Все отошли. Сразу разбиваю. Если скинул, сразу меняешь. Следующую туда же и не бить. Готовимся. Иду. Ностальжи, в центр. Стань, звезду. Вот, в медведе можно зайти, чтобы нет. Все, стоим, ждем притяжку. После притяжки разбиваем. До половины примерно дотками подбейте. Туда же звезду, рядом с ней ставь, великий уйдите. Ставь. Ух, история шарит. Сейчас он заморозится. Только не убейте, за историю вот. Спрячьтесь. Ностальгия отбеги. Немножко вправее встаньте. Иду. Разбивайте историю быстрее, следующую звезду и сразу разбить. Это... Вы чё там, хилы? Хилы, что не спите. Уходите? Звезду, метка. На ком метка там? На биг дэ? Всё, нормально. Не заморозься. Все, скидывай. Слил. Сразу разбивайте. Не успеешь, за следующий скинешь. Следующую звезду, всё, скину, нормально. Следующую звезду и сразу разбить. Ностальгия. Стоим ровно в кружке, скидываем стаки за каждой глыбой. Все, скидываем, сразу разбиваем. Секунду, иду менять. Иду. Следующую звезду и сразу разбить. Подушечка в центр. Беги, подушечка. Беги. Звезду. Звездочку. Захильте на фулл хп ее, ну ебаный урод, вы че? Я подлагала, я только развесила. Подавай, разлагивай. Разбивайте. Сейчас сразу. Тяжко может быть, кстати. Она на следующей глыбе. Разбивайте. Да. Уходи. Вот этот самый. Best Master Mac. Все, он, блин, канулся нормально. Захильте его. Бенстиллер, да. Дуду, наебать, бывший. Беги, малышка, беги. Захиливаемся. Генши, дай на хп. Полидринка поднять. Uh-huh. Разбить глыбу. Следующую еще в звезду и сразу. Еще в звезду и сразу разбить. Ушли, милики. Ушли лишние. Вот после этой, вот эту разбиваете. И сразу фул ДПС по боссу. Все остальные в сторону. Все, я, ну, до конца достаю, в принципе. А, ну давай, пойду еще. Остальные метки в сторону. В сторону. Мэтт Фокс. Все, 10 метров отбежал, стой дамаж. Дотки обнови. Все, фул ДПС по боссу. Дашь сокру, короче. Когда. Ну, можешь. Сейчас я скину. Ну, давай сокру, короче. Икон выноси. Тут 2 ляма уже добьете. Вот вам не зыбка, короче, похуй. Понял, да? Этот. Как там, блядь, тебя правильно? Триплёха. Осколок. Хорош. Он просто, блядь. Еще босс не умер, он уже там, блядь, в кармане шарится. Сука. Ну давай. А я его не вижу. Слышишь, я не вижу осколок. А, точно, я тупой нахуй. Я его и не должен видеть. На тебе лутера, сразу забирай, беги, делай, блядь. Ебать. Так, значит, покорите. Выпадет. Это, на лече там валька, если что, холидринг. Идите, портуйте сюда, убейте эту вальку лучше нахуй. А то сейчас будут всякие триплёхи запускать ее, блядь. Лучше убейте, бля. Идите, портуйтесь туда, я, блядь, раскидаю всю тут. Рез, покинь тело и зайди в инст. Какой рез, блядь? Этот. Сука. Так чё, не надо? Они там без танков ебашат её. Я не помню, кому я давал, короче. Ну давай ностальгии закину, похуй.
Если там что, между собой поговорить, кому нужнее. Защитник надо кому-то? Бидон, ты же собираешь. А, Энха соберешь. Память Малигаса. Так, ну это эрдрушное кольцо, это стопудово. У тебя, кстати, кольца ебейшие, блядь. Разве что вот это можно свичнуть. ГЦ, красава, ебать. Че, вы Вальку бьете? Че, зачарите? Да, надо будет сейчас зачарить еще. Чарка уже должна в сумке лежать, блядь. Или ты думал, сегодня не выпадет нихуя? Я не рассчитывал, на самом деле, блядь, со своим везением. Ну все, вот оно, твое везение. Блять, на лече тоже с обрыва спрыгнешь, будешь лежать, короче, треплёха, блядь. Я ебал, нахуй. Пойду поссать. Полежишь, посмотришь там чё кого. А то ещё лужу зальёт. Чё, уверен в своих силах? Ладно, живи, ну это... Блядь, давай последний ход, конечно. Слушай, главное, что говорят, блядь. Даже можешь не дамажить, просто бегай, крути лицом и слушай, что говорят. Куда бежать, право, лево, там. Разбежались, сбежались. Принимайте сумон, блядь, держи болт уже, все. Он в Дискорд зашел уже, сейчас заходит. А, ебись. Такс. Я, короче, метки не буду ставить. Ну, короче, протопал у нас хулидринк, вот к нему надо будет за спину его ширкарей выносить чуму. Вот на нем квадрат. Ну-ка, давай осмотрим биг демо, блядь. Блядь, ко мне еще нету нихуя. Воятель Гера, да, беси. Гоблин. Воля Гер, блядь. Череп Гер, блядь. Охуеть. Всякие чарки с этой, как он называется, с ТТГ, блядь. Ебануться, нахуй. Просто заряжен. Для убийства. Вообще жестко, нахуй. Осталось только лутать эти печеньки Т-10, Т-4 и 3. Ну да. Жубол, где ты там? Ждать тебя, нет? Где он там? Что-то опять его дропнуло. Ладно, похуй тогда, начнем без него. Этот самый... Самое главное, ребята, блять, слушайте. Бить валик приоритет. Вальки схватили людей, их бить приоритет. Сначала их вы разбиваете, потом уже бьете лича. Вальки а замедляются. А кто говорил, там зачарить может на персу? Холидринг. Чарьте быстрее, блять. Камни-то вставил? Да нет, так без камней. Вы, блять, ебаните камни, сделайте, хули. Еще у вас регов нет? Да, пару красных. Трил кашных хотя бы. Могу сделать, наверное, ПБ 3 штуки, как дайте ко мне. А у тебя есть реги, да, чарик? У меня красных нет. У меня два рега есть. Берсу. Ага, берсу, ну. Только я найти не могу сейчас, погоди. Те какие? Те на силу, либо на РПБ? На силу? Есть оранжевый. Сейчас воткнет там нахуй, на дух нахуй, на этот, на МП5. Крит, оранжевый, как бы. Это сделаю сейчас. Из говна и палок просто шеем воткнул, блять. Прикинь, еще на... Секом собрали, да? Да, на плюс 3 к урону там, блять. Ебанул такой, блять. Шеем ебашен, блять. 8 к силе ему сейчас сделает. Ну это, понимаете, готовность заебали. Уже я хочу запустить босса, уже захуярить его. У меня, если что, есть реги некоторые на чарку. Если да ладно попадает, уже, что здесь на одного босса, ёлки, ну. История. Старайте. История готов там? Давайте. Я релогуюсь. А, ёбаный. Может, наверное, начинать? Да нет, тебя выкинет с инста, блядь. Релогнешься и появишься за воротами.
Самое главное, там смотри, куда тебе грил под мини-карту. Это треплёха. Если на тебе чума будет, ее надо будет вынести к квадрату, к паладину, к танку. В трэш, за спину этого трэша. Это, кто на дисплее плюсаните, чтобы я понимал там, кого хуесосить. Довыкин, какой ты дисплей, блядь. Подушка, ты на дисплее? А что нет-то? Бидон, Саня, понял. Саня, подожди, еще не сделал. Бидон принял удар на грудь просто, бля. Ну что вы там? Ебать, тут уже типы приседают, нахуй, видишь? О, так у меня это не ожидали. У меня вот рядвай сделал сюда. Еще. Есть еще один этот? Ясно, я забыл, что я все рецепт покупал. Носил один? Да, один носил. Сейчас. А мне он еще дали, сейчас сам сделаю. Ёбаный, да. Ну чё там так долго, бля? Давайте бить босса уже. Вот два камня хватит, нормально. Я запускаю. Секунды же не понадобились. Все, я запускаю в пизду. Ебаный. Два камня уже нормально, уже ДПС будет. Капец, какой-то у нас чел есть с шеймом, с лукашными камнями ходит. Вагон ебаный, пиздец, блядь, задонатил хуйню какую-то. Думаю, ДПС давать будет. Шейм задонатил, на камню задонатил. Это, давайте там тактику вспоминаем на лича там, а то сейчас пиздец начнется, блядь. Давайте, нихуя сложного, в первой фазе стоим, бьем лича. Главное, находитесь от вот этого танка, который в квадратике, недалеко, вот примерно вот так, как вот звезда. То есть, чтобы вот чума на мне, и я такой, два прыжка сделал, и я уже тут, нахуй. С меня здесь пыли, и я пошел обратно. Давайте ДПС и так, чтобы он не успел шаркаря и вызвать. Угу. Ну, уже через 3 секунды будет, блядь. После заражения будет чума, смотрим на ком. Шектор. Диспел. Она что, в рейд ушла? Да не должна, блядь. Показалось. Вон она на шаркаре у тебя. Короче, у меня хуёвое что-то впечатление. Давай-ка я подальше лича поставлю. Я не хочу, чтобы она на маленьких ушла. Чума, секунда, смотрим на свои дебафы сейчас внимательно. Выносить к ширкарю. Подушка, работаем. Не вынесла, не успела. Теперь чума. Рыги. Теперь ищите чуму, блядь. Вот вурдалаки, которые в рейде стоят. Вот луна на нем стоит. На нем чума. Вот то, что всех заберешь, это будет хуйня, конечно. Надо точечно забрать. Вот луна поставилась, слышишь? На вурдалака. Точечно его сможешь забрать? А, у тебя еще и шаркающий. Вот она, вурдалак в рейде, забери его, быстрее. Чума по рейду пошла, блядь. Подбегите к этому, шаркарю. Ой, сука, с вами натерпишься всякого говна, нахуй. Зайдите на край, блядь, треплёха. Не, выйди на край. Подъебало духа не забегать. Всё, надеюсь, нормально там. А чё за хуйня? Этот, Вадикон по Геншину дай. Равис тоже дай по Геншину. Бидон ставь тотем. Треплёха гимноману. Только быстрее найди этот гимн и тыкни. А ты забрал. Забрал. А у меня бля, агра. Ничего. У меня агра больше. Туда-сюда выводишь. Костя, впереди просто. Не, уже там просто агра дохуя. Следующего. Следующего, если на пул есть, на этого на пулю войти, на пулидринг. Все, вот он тут стоит. Ой, Биг Дэм сейчас сорвет. Он уже сорвал. Заберешь с него? Сейчас отдыхнет, блядь.
Под ебалом духа не бегите. Вот история под ебалом бегает. Так, отдай лича хотя бы. За спину лича встаем. И плюха внимательно. А, он сдох нахуй, все правильно. Ебашим. Валик, быстренько, фул ДПС. Там наши ДПСеры. Быстренько зауешили эту хуйню. Две бьют милики, РДД одну бьют, я вам рассказывал. Осквернение 3 секунды. Выходим из-под валик, из-под лича. РДД бьют валик, продолжаем. Осквернение. Черепок отошли. Валик добиваем. Все, снова встаем так же. Теперь будут и вальки, и лужа одновременно. Поэтому РДД уже на полукруг рассасываемся, хилы тоже. Милики по команде из центра уйдете. Дайте Геру, кстати. Сейчас захиливать, следующее заражение будет проще. Ностальгия, иннер по подушке. Мэтфокс, иннер по шектору. Вышли с центра милики. Секунду осквернения. Вот от черепка отходим. Все, валик фул ДПС. Фул ДПС по валикам играем. Ромбик нахуй. Отпускайте ромбик, идите эти бить две. Хотя что, добьете, да, добивайте. И эти добиваем. Успели, да, разбить? Я все равно упал. Упал. Это Геншин. Вадикон резай Геншина. Так, не трогай. Уходим с центра. Уходим с центра все. Не забирай лича. С центра все уйдите, покиньте центр. Сначала будет лужа, потом мы возвращаемся в центр с лучом. Смотрим осквернение. Оскорнение разливается, все, возвращаемся. Быстрее в центр возвращаемся. Встаем за спину лича. Валяк схватила. Первую, которая ближе к краю летит. Стан ей. Замедление. Не вижу нихуя. Каток. Быстрее все разлили. РДД ее бьют. Милики вот эти две бьют. Вот. Фулл ДПС. Блять, ностальгия-то хули лежит. Мэтфокс резко на ностальгию. Оскорнение 2 секунды. Разошлись. Ушли с центра. И налейте. Так. Возвращаемся к лечу. Возле лужи не бегайте, возле лужи не бегайте. Все, вальки сейчас будут хватать. От лича в сторону локовского портала полетим. Ностальгия, вставай. Фулл баф по коту. Дамаж. Играть надо. Дайте что-нибудь Геншину на ману. Ностальгия Геншину. Ревист дал уже. Ностальгия Геншину, быстрый на ману. Подушка тотем. Этот лежит, гимн. Так что так живем. Осквернение 2 секунды. Из-под валик ушли, из-под валик. Быстрее, быстрее ушли, все съебались в рассыпную. Вот осквернение, черепок отошли. Все, дальше валик бьем. Валик бьем. Не скиньте в осквернение, не скиньте. Вышли, вышли оттуда, вышли. Давайте на другую сторону перейдем. Хотя что, фулл ДПС полечу, здесь стоим. Вот он исчезла. Фулл ДПС полечу, будем переводить. Готовимся. Мастер аур на лед, готовь. 1%, на край подходим, на край подходим, на край подходим. Сука. Успейте добежать до края. Вот, все, босс побежал. Сейчас будет зима. Даю незыбку. Запрыгиваем. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Захилимся на фул хп. Инра, у кого не в КД, отдайте по хилам, у кого меньше всего. Вон по Геншину закиньте. А там все в КД уже. Так, следующий твой. По четвертому притормозите дамаг, чтобы он агро набрал. Так, вот этого зергаем. И четвертый появится, по нему притормозите, чтобы Холидринг нормально агро набрал. Холидринг, постарайся каплю кинуть на того, кого будет в комнату забирать. Четвертый дух забирай. Из-под ебала дух уходим, сферы бьем, сферы бьем, все сферы бьем сейчас. Сферы, сука, они же откинут нас нахуй. Под ебалом духа не стоим. Вы сдохнуть хотите? Сейчас челика в комнату будут забирать, смотрите. Забирает рависта. Вы что, сука? Алло, нахуй! Бомжи, сука, на хилах. Что с вами, нахуй? Вы дрочите, что ли? Хилим Войда, дайте зубы. Каплю дай. Дай массакру, блядь, хулидринка. Сдохнем сейчас, нахуй. Бомжи, блядь. Ну,
Нахуй так делать? Перебегаем на ту сторону. Осквернение секунды. Разошлись, разбежались. Отошли от него, от осквернения. За километр оббегаем. И за лечом идем одновременно. Не стойте под духом. Кто там стоит? Я сейчас выберу тебя в цель. Скажу твой ник, блять. Прячемся за лечом. Духи летят уже. Ловим. Ебать. Нихуя ты словил. Осквернение. Готовьтесь разбегаться. Что? Лужа будет, походу. Разбегаемся. А, нет. Наебал. Ну все, бежим за лечом на другую сторону. Осквернение сразу будет. Отбежали от него. Отбежали от него. За лечом сразу идем. Готовьтесь, комнату будет забирать. Короче, дал незыбку нахуй. Захиливаем челика. Захиливаем некромантику. Прячьтесь за спиной леча быстрее. Духи летят. Пока не зыбка была, хули. Осквернение, разбегитесь сейчас. Сейчас разбегитесь. Что-то мне кажется, он даст осквернение. А нет. Пидорас, блин. Ну и все, двигаемся на противоположную. Вот, на мне осквернение. От меня отбегите, я иду дальше. Не забегите только в него. Прячемся здесь. Аккуратненько, ближе к краю прячьтесь. Духи будут лететь. Смотри, в осквернение не попади. Я там панцирь отдал, короче. Нормально у меня похлопается. Оп-оп-оп. Пойдет. Вот сейчас разбегайтесь, короче. Давай по краю пойдем. Рассасываемся. Осквернение, что-то мне кажется, раньше будет. Да, смотри, раньше кинул. Все. И теперь идем к трону. Там добьем. Наебал такие приключения, блин. О, челика забирается. А, это танк, похуй. И башен. Вайп. Капец, треплёха вайпнул нас. КП. На туре. Не дали мне духа добить в комнате, а? Мне виноваты. Дали мне вообще в комнате побывать впервые за пару лет. А я думала, опять подушка виновата. Не, подушка не виновата, только надо фотку тебе скинуть. Привет, говорит подружка. Привет, подушка. Напомнила мне эту старую рекламу. Ебать, треплёха там вообще ебашит, смотри, говорит. И рассчитывал, тебя следует наградить за этот невольный... Всё, сейчас будешь заново бить, бля, треплёха, бля. Он в отличие от других серверов тут не умирает, он Джайну на помощь зовёт. Но он в героический режим съебал, он там хп больше у него будет. Когда придем его пиздить в гере, охуеем. 163 мульта. Угу. У него и у Джейна. То ли на стандарте у него 103 ляма, блядь. 103 же, по-моему. Осколок? Нету. А где здесь квест должен быть от Шема? Ну тут лутается, наверное, сундуки, хуй знает. Глором. Вообще он сундучок был сюда, он там. Где-то возле этого трона. Маленький такой. Бору на трансмут можно? Не, там хукмастер хочет. Аркус. О, это нахуй для этого, для треплёхи, блядь, выпало, блядь. Хотя вон на друида, на друида надо. Ну подушка, угу. Не, это не тебе, это параша, это полная параша. Цепь нашёл квест?
Так, ну НВП Султан, я вот хуй знает насчет тебя. Ну-ка, давайте решим проблему. Вот у него офф-хенд получается и одноручка 251 у Султана. Это гейр, по-моему. А у эрдрушника дух хаст посох 264, ну гасающий, который сланы. Кому давать? Он файер или аркан? А хуй знает, ты кто? Аркан, по-моему, да? Как нахуй модуль? Короче, эрдрушник. Войт, я десятку нажал просто так. А ты мне 300 ебанул. 300 ебанул? Да. А, в натуре. Да, так было. Сейчас отниму 270. Так, короче, эрдру тогда закидываем. Два покорителя. Че, никому не надо, что ли? А, вот. Давай, че, мы десятку пойдем тут ТГ? Да, давайте сходим быстренько. Разве шипы тогда? Да, давайте. Сейчас я ему отниму на 70 гп. Сука, кто поставил Каминор? Как это, болото печали? И потому что... Все, я там надеюсь, вы сами попиздите, да, в ТТГшке, потому что я заебался уже пиздеть. Оф, и микрофон, блядь. Нет, там история. Во время трая. Короче, я первую ТТГшку пойду друидом. Может быть, вторую...